Категория «Хореография». Литошка Аксинья сейчас выйдет на сцену. И вы знаете, не случайно, потому что когда-то мама Аксиньи была не только участницей конкурса «Шанс», но и победительницей. Сейчас Аксинья продолжает ее творческую карьеру. Является финалисткой чемпионата Беларуси по спортивным бальным танцам и в своей возрастной категории занимает 5-е место в стране. Поэтому сегодня свое выступление она посвящает маме, управлению промсервис, где папа работает. И всем вам, дорогие друзья, встречайте Аксинья Литошка. Золушка, где мое платье? Фух, и приснится же такое. Аксинья Литошка. Аксюша, не торопись. Аксюш, погоди. Послушай эти аплодисменты, весь зал тебе поддерживает и аплодирует. Это значит, что ты большая умница, Аксинья Литошка.